поставить себя на услужение бездарному кровавому клоуну. Вот высшая цель существования этих негодных существ, нацистских, абсолютно по своей природе властей Латвии, Литвы и Эстонии. Это нацистские страны. И они действуют в рамках ни либеральной демократии, ни принципов. Шольц пытается сдержаться, хотя он конченый нацистской мразь, и я объясню почему. Но они не могут. Сам принцип, когда государство говорит, я отзываю все визы, которые выдал, это значит все те решения, которые были приняты, без индивидуального рассмотрения, коллективно, чохом, я признаю недействительными. Закон вдруг отменяю. Это показывает, что это государство, которое не имеет ни малейшего представления о демократических принципах, которое презирает собственные введенные нормативные акты, которое применяет их по отношению ко всему народу вне зависимости от индивидуального рассмотрения.